Пустынный Майн-Кум в скором будущем может стать районом, развивающим крупное мясомолочное производство. Казахстанские инвесторы готовы вкладывать деньги в развитие животноводства в Жамбылской области. За ближайшие 2 года в Майн-Кумском районе намерены отстроить целый комплекс для разведения породистых коров, зимовками для скота и домиками для пастухов. Для начала планируется закупить не менее 5000 буренок. С идеей строительства выступил мажилисмен Азамат Абельдаев. Местные власти поддержали инициативу депутата. Сейчас рассматривается вопрос выделения земельных участков и оформления необходимых документов.